Владивосток, 7 августа 2024 года. Ливень в городе. Только мужичок спокойно в телефоне копается. Так, даже во дворах здесь не обойти, не обойти. Ай-яй-яй, лужи, вообще что-то невозможное. Потоки, везде потоки воды. Просто везде реки.
12 часов во Владивостоке. Везде потоки. Сопок стекает. Тяжело ходить. Такие здесь фигуры. Хищник. И там он чужой стоит. Ну и с каких-то железок сделаны эти фигуры. Такие вот страшилища. Камни на дороге откуда-то вымыло. Сколько камней намыло.
сквер имени Суханова. Да, кроссовки мокрые насквозь. А пацан он на самокате все равно гоняет даже в такую погоду. Странно, как будто солнышко хочет показаться из-за туч. А там вон влюбленные, парочка под зонтиком. Но все равно красиво. На улице тепло, ветра нет. Золотой мост там. Не, ну вроде как солнышко даже, как будто какое-то просветление. Ну, человек на велосипеде там катается.
Как будто солнце хочет выйти из-за туч. Такое впечатление создается. Ну вот какое-то просветление. А там вдалеке туман. Дождик поменьше так льет, ну уже капает, а то был прям ливень такой сильный. Ай-яй-яй, вода в кроссовок залилась, а кроссовки уже мокрые. Театр имени Горького. Там Суханова наверху. Вот. Такой скверик, там вон зеленые фигуры стоят. И над крышами возвышаются пилоны Золотого моста. Красота. Театральный сквер. А здесь находится памятник Владимиру Высоцкому. Он поющий памятник. Вот в данный момент звучат песни Высоцкого. Цветочки здесь растут на клумбах. Открыт, закрытый порт Владивосток, надпись. Там памятник Сергею Лазо. Опять дождик подусилился.
лавочки, книжный шкаф там стоит. Люди, чтобы перейти дорогу, снимают обувь, ну или подкатывают, как вот сейчас девушка делает, подкатывают штанины. Арка Цесаревича. Здесь Адмиральский сквер. Там Малый ГУМ. Банк Приморья, вот здание. А там фотовыставка как раз по истории вот этого здания. Всякие исторические здесь фотографии. 1901 год. Там 1902 год. 1912 год. Морской штаб. Здесь был когда-то 13-й год, 19-й, 21-й год. Двадцать девятый, 30-й, 41-й год. Так вот как-то выглядело здание, а сейчас оно вот так вот выглядит. Нептун. Уже много-много лет он здесь. Раньше это был фонтан. И здесь вот тоже был фонтан. Он был в виде ракушки или волн таких, вот на этом месте. Ну а сейчас здесь небольшой амфитеатр. Ну и по праздникам здесь проходят мероприятия. 9 мая здесь можно встретить ветеранов. Их после парада
Здесь они празднуют 9 мая в сквере, в Адмиральском сквере. Здесь всякие коллективы выступают. Вот. Ну, в общем, разные мероприятия здесь в Адмиральском сквере проходят. Арка Цесаревича. Сюда приезжают свадьбы. Ну, туристы еще. Обычно из Китая. Вот, слышно, кажется, китайская речь. Да, там туристы из Китая гуляют по городу. Фотографируются. Такой сквер. Ну, тенистые здесь деревья растут. Гром гремит. Спорят. Гром гремит. О, голубое небо. Будет погода. Здесь корабельная набережная, мемориальный комплекс находится. Бухта Золотой Рог. Такая красота. Там видны пилоны Золотого моста. А здесь стена с погибшими героями.